Герна, герб нашей семьи. Семьи Кучиных. Доченька. Сколько переездов пережил? 5 переездов. Живой.
какой у нас сегодня ветер. Метель, ветер. Ураганный ветер, штормовой сегодня. Водичку привезли. Тепло дома, хорошо. Сережкина штучка такая осталась. Париж. Мышки в клетке. Привет, кот. Привет. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Хвостик какой. Пушистик. Лиса. Кто там? Птички. Птички. Танцы-шманцы. Танцы-шманцы, обниманцы. Да? Ты хочешь, чтобы тебя погладили? Или ты хочешь играться? Что ты хочешь? Нельзя кусаться. Я же тебя не обижаю. Я же тебя не обижаю. Да. Вот такая красота рыжая. Да. Ой, простите. Я не хотела. Хотела вас погладить. А вы дёрнулись. Да. Красавчик. Надо покушать тортик. Сейчас свет отключит. Делала вчера морковный тортик. Сейчас свет через 20 минут отключат, и будем без света сидеть. Такой вкусный тортик получился. Морковный. Хотя морковкой вообще даже не чувствуется. Я бы сказала, шоколадный тортик. С изюмом, с орешками. Очень вкусный. Получился. С шоколадным кремом, с орешками. Здесь изюм еще. Это изюм. Очень вкусно. Дочь сказала вчера, что я такое делала.
прошлом году, когда ногу сломала. Возила ее в больницу. Моя не помню, забыла. Все съела. Потому что очень вкусно. Крем шоколадный, заварной. Такой ветер сильный у нас. Уже третий день подряд ветер. Все. Варю холодец. Из свиной рульки. И там грудка еще. Куриная. Булькает. Заварила чай. Щебреца. Кстати, стала его пить, у меня перестало сердце болеть. Там щебрец и немножко поярки. Заварила чай, сделала, закипятила уже два чайника, уже успели остыть, потому что час отключит. До вечера света не будет. Ну да ладно, нам не привыкать. Порядок дома навела. Снег не пойду убирать, потому что он будет идти до завтра. А завтра и уберем. Что его сегодня убирать? Вот такой вкусненький получился. Красноватый из-за того, что боярка. Пусть стоит.